Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Представляю вашему вниманию подборку лучших биноклей для охоты и рыбалки в 2023 году. В моей подборке собраны лучшие представители всех категорий от бюджетных до премиальных. Смотри видео до конца, и ты точно найдешь что-то для себя. В описании я оставил ссылки на всех участников топа с подробными характеристиками и актуальными ценами. Погнали! Топ открывает бинокль Bresser Hunter 10х50, предназначен для использования охотниками, рыболовами и любителями природы. Бинокль имеет объектив диаметром 50 мм, который обеспечивает высокую яркость изображения даже в условиях слабого освещения и широкое поле зрения в 119 метров на расстоянии 1000 метров. Увеличение составляет 10 крат. Линзы прибора имеют многослойное синее просветляющее покрытие из фторида магния, нанесенного в виде тонкой 2-3-слойной пленки химическим методом. Оптическая система основана на призмах Порра. Призмы бинокля изготовлены из стекла BK7. Диаметр выходного зрачка 5 мм, относительная яркость 25. Корпус устройства изготовлен из прорезиненного пластика. Вес бинокля составляет 784 грамма. Ищешь канал с качественными обзорами товаров для охоты и рыбалки? Подписывайся на «Правильный выбор». Новые выпуски выходят регулярно, так что не забудь нажать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Продолжит обзор Leeuwenhoek Karma Pro 10х50, предназначенный для охотников, рыболовов и любителей природы. Бинокль имеет объектив диаметром 50 мм и увеличение в 10 крат. Ширина поля зрения бинокля составляет 101 метр на расстоянии 1000 метров. Оптическая система основана на призмах RUF. Призмы бинокля изготовлены из стекла BAK-4. Линзы имеют многослойное просветляющее покрытие. На линзы нанесено полное многослойное просветляющее алюминиевое и серебряное покрытие без фазовой коррекции, повышающее светопропускание оптики и обеспечивающее естественные и насыщенные цвета изображения. Диаметр выходного зрачка 5 мм, относительная яркость 22,36. Бинокль имеет регулируемое межзрачковое расстояние в диапазоне от 56 до 74 мм. Центральную фокусировку, диоптрийную настройку, резиновые наглазники. Корпус изготовлен из пластика и имеет резиновое покрытие, которое защищает бинокль от ударов и не пропускает внутрь влагу и грязь. Изнутри корпус бинокля заполнен азотом, что защищает линзы от запотевания. Водозащищенность допускает погружение в воду на глубину до 1 метра и продолжительностью до 30 минут. Вес изделия составляет 1110 грамм. Какие критерии для вас определяющие при выборе бинокля для активного отдыха? Делитесь своими мыслями и опытом в комментариях. Предлагаю вашему вниманию Nikon Action EX10x50CF. Прибор имеет большой объектив диаметром 50 мм, который обеспечивает высокую яркость изображения и широкое поле зрения. Увеличение бинокля составляет 10 крат. Линзы имеют многослойное просветляющее покрытие, которое обеспечивает хорошее качество изображения. Оптическая система устройства основана на призмах Порра. Диаметр выходного зрачка 5 мм, относительная яркость 25. Поворотно-выдвижные резиновые наглазники обеспечивают правильное положение бинокля относительно глаз. Корпус устройства дополнительно защищен резиновым покрытием, которое спасает бинокль от ударов и обеспечивает надежное удержание в руках. Корпус бинокля водонепроницаемый до глубины 1 метр в течение 5 минут. Для защиты от запотевания внутренности заполнены азотом. Бинокль позволяет регулировать расстояние между центрами окуляров в диапазоне от 56 до 72 мм. Большой вынос точки визирования обеспечивает четкое поле зрения даже для тех, кто носит очки. Вес прибора составляет 1020 грамм. Хочешь узнать стоимость этого бинокля? Загляни в описание под этим роликом. Там я оставил ссылки на надежные магазины с самыми выгодными ценами. На очереди Leeuwenhoek Atom 10х50. Это классический широкоугольный бинокль, идеальный для полевых наблюдений.
Прекрасный панорамный обзор, десятикратное увеличение и высокая детализация делают его идеальным инструментом для топографа, охотника, орнитолога или путешественника. Светосильные объективы формируют яркую картинку даже при недостаточной освещенности. Ясное утро, пасмурный день или вечерние сумерки. Бинокль обеспечит отличную видимость в любых условиях. Призмы пора, лежащие в основе оптики бинокля, позволили свести к нулю потери света, изображение получается резким и контрастным. На линзы нанесено полное просветляющее покрытие, повышающее светопропускание оптики. Прибор показывает окружающий мир в живых, естественных и насыщенных цветах. Компания Leeuwenhoek позаботилась об удобстве использования бинокля. Межзрачковое расстояние можно менять, фокусировка обоих окуляров производится вращением центрального барабана. На правом окуляре есть кольцо диоптрийной корректировки, дающее возможность компенсировать разницу в остроте зрения правого и левого глаза. Окуляры бинокля снабжены мягкими наглазниками. Это позволяет вести наблюдение с максимальным комфортом. Резиновое покрытие корпуса защищает внутренности от ударов и не дает влаге и грязи попадать внутрь прибора. Узнать актуальную цену этого бинокля вы можете по ссылкам, которые я оставил в описании под видео. Nikon Aculon A211 8x42 с объективом диаметром 42 мм обеспечивает очень яркое изображение и достаточно широкое поле зрения в 140 метров на удалении в 1000 метров. Увеличение бинокля составляет 8 крат. Линзы имеют многослойное просветляющее покрытие, повышающее яркость и резкость изображения. Оптическая система бинокля основана на призмах Пора. В окуляре используются асферические линзы, которые устраняют искажения по всему полю зрения. Диаметр выходного зрачка 5,3 мм. Относительная яркость 28,1. Окуляры бинокля оснащены поворотно-выдвижными резиновыми наглазниками, которые обеспечивают правильное положение окуляров относительно глаз. Резиновое покрытие обеспечивает защиту от ударов и надежный удобный захват, а для длительного наблюдения предусмотрена установка на штатив. Бинокль позволяет регулировать расстояние между центрами окуляров в диапазоне от 56 до 72 мм. Вес бинокля составляет 755 грамм. Встречайте Celestron UpClose G2 10x50 Porra – мощный полевой бинокль с увеличением 10 крат и большими объективами 50 мм. Такие объективы способны собрать значительное количество света для того, чтобы передавать качественные и четкие изображения не только в ясную погоду, но и в условиях недостаточной освещенности – сумерки, пасмурная погода, туман. Модель имеет довольно ощутимый вес и крупные габариты. Для предотвращения усталости рук при длительных наблюдениях производители рекомендуют устанавливать бинокль на штатив. Возможности бинокля прекрасно подойдут для решения задач рыбаков, охотников и походников. Оптика бинокля изготовлена из оптического стекла BK7, которая ничуть не уступает по качеству более дорогому аналогу BAK4. На все поверхности оптических элементов нанесено многослойное просветление для повышения контраста и ясности передаваемых изображений. Модель имеет весь необходимый современным биноклям функционал, механизм центральной фокусировки, возможность диоптрионной коррекции и регулируемое межзрачковое расстояние. Наглазники из мягкой резины приятны на ощупь и не травмируют кожу вокруг глаз. Оптику надежно защищает прочный корпус с прорезиненной поверхностью. Такая поверхность обеспечивает надежный хват и уберегает от попадания внутрь прибора пыли и грязи. Дополнительная защита при хранении и переноске бинокля обеспечивается нейлоновым чехлом и защитными крышками окуляров и объективов, которые входят в комплект поставки. Предлагаю вашему вниманию Zeiss Conquest HD 8x42 от одного из лидеров в мире по производству оптики компании Carl Zeiss. Бинокль имеет объектив диаметром 42 мм и увеличение в 8 крат. Ширина поля зрения бинокля составляет 128 метров на расстоянии 1000 метров. Оптическая система бинокля основана на RUF-призмах. Линзы и призмы бинокля изготовлены из низкодисперсного стекла ED с защитным покрытием LOTUTEC, которое до этого использовалось в биноклях топовой серии Carl Zeiss Victory. Бинокль обеспечивает очень ясную, четкую и контрастную картинку.
Диаметр выходного зрачка бинокля 4,2 мм. Корпус бинокля изготовлен из алюминия, является ударопрочным и водонепроницаемым до давления 400 миллибар. Заполнен азотом для предотвращения запотевания. Бинокль имеет центральную фокусировку, диоптрийную корректировку, регулировку межзрачкового расстояния. Вес бинокля составляет 795 грамм. На этом моя подборка подошла к концу. Более подробно изучить все модели Истопа вы можете, перейдя по ссылкам в описании под видео. Если видео было вам полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. В комментариях напишите свое мнение об участниках подборки. Чтобы не пропустить новые видео, не забудьте нажать на колокольчик. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!